Компьютерные игры всегда были в тренде, однако из-за стереотипов люди привыкли думать, что это развлечение для детишек. Пора уж это забыть, ведь игры — это уже не просто бесполезное занятие, а целая индустрия, где каждый человек может заработать сотни тысяч, а то и миллионы долларов. А если эти деньги у тебя есть, то никто не отменял хорошее времяпровождение с закаткой в Доту или карту Fortnite. Это АПП. Академия порядочных парней. И сегодня мы расскажем вам о рэперах, которые не прочь скоротать час-другой за игрой в компьютерные игры. Пиши в комментарии свои любимые игры. Посмотрим, какая игра лидирует. Ну и ставь лайк, если любишь поиграть. Поехали! Лил Яти – один из немногих популярных рэперов, который ведет здоровый образ жизни, абсолютно не употребляет спиртное и наркотики. Вместо этого свое свободное время он предпочитает тратить на компьютерные игры. Он является большим фанатом серии Call of Duty. Яхта часто стримил эту игру и играл в нее с фанатами. За такую преданность серии шутеров разработчики стрелялки подарили рэперу цепь, на которой изображен череп из игры Call of Duty Black Ops 2. Okay, then he waddled away, waddle waddle. Then he waddled away, waddle waddle waddle. Then he waddled away to the very next day. Bum 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 bum. Then the duck walks up. Но на этом не все. Видимо, Lil Bot хотел стать еще и киберспортсменом, но как-то не вышло в свое время. Однако известная организация FaZe Clan, которая имеет сильный состав киберспортсменов по Call of Duty, взяла под свое крыло рэпера как медийную личность. Помимо шутера, Lil Yachty играет также и Fortnite. Rocket launcher. Вы наверняка видели геймеров, которые очень громко реагируют на поражение в игре. Обычно это школьники. Ну что, если я скажу вам, что Post Malone является таким? Да, он не просто играет в PUBG или Call of Duty, но еще и стримит, помимо этого ругаясь из-за поражений. Oh my god! Fuck this fucking game! Oh, he was behind me. Okay, it wasn't him, he was the dude behind me. Вот что значит настоящий рок-стар. Делает, что хочет и не скрывает эмоций. Хотя не думаю, что это как-то плохо сказывается на исполнителе. Ведь таким поведением он показывает, что он тоже человек, которому свойственно злиться, что он близок к своим слушателям. I'm in Saint-Tropez, I had a check wrist. Wow. I just bought my girl a new name. Рэпер Lil Peep никогда не был замечен как фанат онлайн-игр, однако на его творчество очень сильно повлияла игра The Elder Scrolls V Skyrim. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Пускай она и была на одного человека, но проходить ее можно месяцами, ведь она до головы напичкана разными квестами. Именно за этой игрой он проводил все свои дни до начала занятий творчеством. Ну а стать исполнителем Густав решил, играя в Skyrim. Вот так вот игры могут стать толчком для развития в музыкальной сфере. Big Baby Tape. Точно так же Skyrim повлиял и на Big Baby Tape. Его альбом, который навел много шума, называется Dragonborn. Главного героя по сюжету игры тоже называют драконорожденным. К этой игре еще есть несколько отсылок в строчках тейпа. Dragonborn, я последний Dovahkiin. Но и как же без GTA San Andreas? В одном из интервью рэпер рассказывал, как приходил со школы и играл все свободное время. Вводил читы на бессмертие, оружие и устраивал полный хаос. Все мы делали когда-нибудь так. Ну, типа на каникулах я просто просыпался, садился за комп и играл, блядь, до самой ночи вообще, пока меня там родители уже не гнали спать, у меня капилляры, короче, на глазах лопались, и я прям был с джеем самым настоящим. Также большая вероятность, что он играл в пользовательскую модификацию Сэмп GTA San Andreas по сети, на серверах, где игрок мог отыгрывать роль. Как раз там будущий рэпер и мог почувствовать себя в роли черного гангстера, который торгует наркотиками, оружием и ездит на разборки с другими преступными группировками. Я залетаю на кап.
даю open track. Юзаю аптечку и долетаю в ад. На Западе сэмп не так популярен, как в России, а уж ролл-плей сервера тем более. Но все-таки в Штатах нашелся рэпер, который любит поиграть в этот режим. Это YBN Namir. Подписчики нашли его старый аккаунт, где он играл еще до популярности. Сейчас ведь график исполнителя заполнен, а поэтому и заходит в игру он очень редко. По слухам людей, заставших будущего рэпера на сервере, он отыгрывал гос-роли, такие как полицейский, медик, редактор, сотрудник мэрии, что не совсем подходит под его образ рэп-исполнителя. Тем не менее, это ему не помешало набрать популярность. Тимур Самедов, более известный как Трил Пил, тоже любил поиграть в самп. Об этом нам говорит пост на его стене. Сказать, на каком сервере и на каких ролях он играл, будет довольно сложно. Но можно сделать предположение, что Тимур любил играть за банды, дабы участвовать в ежедневных перестрелках. Эта сука хочет денег. Поработай в постели, бейби. Я кручу дерьмо. XXXTentacion играл и стриминг такие игры, как PUBG и Fortnite. Ну а также любил поиграть в аналог Dota 2 League of Legends. I killed that fucking young. Свою игру он подкреплял комментариями, которые веселили пользователей. Было интересно наблюдать, как Джосе Онфрой удивлялся оружию и злился смерти. Fuck, you took the fucking UMP ammo, you fucking dyke. Oh, hold on. I don't need that. Yeah, here it go. Yeah. Еще, в отличие от других, он играл в файт-симулятор Наруто. Интересно отметить, что драки из этой игры нашли реализацию в клипе Set. Кизару является большим фанатом видеоигр. Еще в детстве он поигрывал в Counter-Strike. Сейчас же из стримов и блогов Артема Тарасова мы знаем, что Олег любит играть в фэнтези-шутер Overwatch, а также в Dota 2. На прямой трансляции он даже предлагал Киевстонеру сыграть вместе. Ты же в дотку нормально вообще, да? Да, я катаю в дотку, на Рубике говна раздаем. Бля, я надо сыграть, слышишь? Да, да. Ты что, я тебе сейчас чиркану свои цифры в стиме, ты что? Ебо! На новом альбоме Кармагеддон есть отсылка и к игре Fortnite. Видимо, сейчас это самая популярная игра среди всех рэперов. Мне не нужен хайп, я поджигаю пайп. Видел, как ты стреляешь, но только в Fortnite. Отсылка к Доте 2 есть также и в песне Рокета «Читаю о драгах», где рэпер упоминает предмет Радик. Жгу как будто это Радик, ты мне нихуя не братик. Я курю побольше шиши, чтобы вешать эти цацки. Чиф Киф сегодня гуру видеоигр. Наверное, будет легче сказать, во что он не играл. Он играл и в GTA, и в Call of Duty, разные гонки, Fortnite, PUBG. На этом Соса не остановился и купил себе даже игральные автоматы. Somebody meet this guy. No, we 300. You need to listen to my mule, bro. God damn no. For real, you need to, we 300. У него в особняке целая комната, посвященная видеоиграм. Он записывает много историй в ней, поэтому мы можем понять, какое у него пристрастие к видеоиграм. Trippie Redd тоже не отстает от своих коллег. В его инстаграме мы часто можем застать истории, как он одержал первое место на карте в игре Fortnite. You're all mine, all of mine, calling and rolling all the time. И вы еще сомневаетесь, что это самая популярная игра среди рэперов, а возможно вы и правы, ведь очень много западных звезд любят играть в NBA, симуляторы баскетбола. Это и Lil Pump, и Famous Dex, и Travis Scott, и Quavo. Список можно продолжать бесконечно. В этом году разработчики игры сделали приятный сюрприз своим знаменитым геймерам. Каждый желающий может приехать в офис студии, где разработчики отсканировали модель медийной личности и добавили их в игру. В результате каждый из этих рэперов мог играть с собой же. Жаль, что такая функция доступна была только для них, и мы не можем побегать по залу, закидывая трехочковые броски Lil Pump'а. Ну а на этом все. Пиши в комментарии, в какую игру ты любишь играть больше всего. Я, например, фанат GTA. Ну а если это видео соберет 20 тысяч пальцев вверх, то я сделаю вторую часть, где я расскажу о рэперах, которых вы присылаете. Ну а с вами, как обычно, была Вика. Мы увидимся завтра. Всех люблю, целую, пока-пока.